ДТП – происшествие, которое может случиться с каждым. Главное здесь – не принимать поспешных решений, которые могут повлечь лишние расходы. Поэтому, если вы попали в ДТП, специалисты «Гарант Оценка» рекомендуют действовать следующим образом. Оформление ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. В данном случае должно быть соблюдено несколько условий. В частности, в ДТП должны участвовать только два транспортных средства. Ущерб должен составлять не более 50 тысяч рублей. Между участниками должен отсутствовать спор относительно установления вины. Второй вариант предусматривает оформление ДТП с вызовом сотрудников ГИБДД. В данном случае сотрудниками составляется административный материал. Участникам ДТП стоит обратить внимание на правильное составление схемы ДТП и включение всех визуальных повреждений в справку с обязательным указанием возможных скрытых дефектов. Независимая техническая экспертиза в рамках ОСАГО могут проводить только эксперты техники, состоящие в едином государственном реестре экспертов-техников при Минюсте Российской Федерации. При обращении к автоюристам и экспертам следует требовать выписку из данного реестра, подтверждающую их компетентность. Если же выплаченная страховой компанией сумма оказалась ниже ожидаемой или вам было в ней отказано, то это повод обратиться к экспертам, советуют специалисты «Гарант Оценки». Вам помогут вернуть недостающую сумму, если это возможно. Я уже порядка 10 лет являюсь клиентом этой компании. Обращаюсь только сюда. В последнем случае я получил в два раза больше оцененную сумму, нежели которую оценила моя страховая компания. Процесс оформления претензий для подачи в страховые компании непростой. Тут необходима юридическая помощь. Последняя, кстати, в «Гарант Оценки» проходит без вложения средств клиента. Здесь подготовят иск в суд и доведут начатое гражданское дело до поступления денежных средств на счет клиента. В Нефтекамске офис ООО «Гарант Оценка» расположен по адресу улица Социалистическая, 39, телефон 487-15. График работы с 9 утра до 6 вечера. В Уфе офис расположился по адресу улица Коммунистическая, дом 80, офис 216.